5 августа в Твери стартовал региональный этап 8-го национального чемпионата WorldSkills Russia. За право представлять свою область в финале проекта поборются почти 2800 представителей рабочих профессий из 83 регионов России. Однако в этом году соревнования проводятся в непривычном формате. О том, как проходят испытания и какие компетенции вызвали интерес у тверской молодежи, в нашем следующем сюжете. Ключевая компетенция национального чемпионата – предпринимательство, которое как никогда популярно у молодежи. Это подтверждает и количество желающих побороться за победу. Почти 3000 молодых инициативных участников со всей страны подали заявки для участия в финале. Тверскую область на отборочных соревнованиях по компетенции предпринимательства будут представлять две участницы – выпускница Тверского государственного экономического колледжа и выпускница колледжа имени Коняева. В Твери региональный тур проходит при поддержке правительства области. По словам организаторов, упор именно на это направление сделан не случайно. Данная компетенция является одной из основных компетенций в чемпионатах WorldSkills, так как она захватывает большое количество участников со всех регионов, которые должны в данный момент времени вывести предпринимательство на новый уровень, скажем так, вмещая в себя технологии IT, предпринимательство, работы с людьми и другие инновационные подходы в области зарабатывания денег. Несмотря на каникулы, в Тверском торгово-экономическом колледже кипит работа. Именно в стенах этого учебного заведения проходит отборочный тур и подготовка участников. Дистанционно, под прицелом видеокамеры, в режиме реального времени, кандидаты на участие в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет уже в сентябре этого года, будут доказывать компетентному жюри, что знают, умеют и могут вести свое дело. Самозанятость молодежи – одно из серьезных направлений и одна ветвь экономики не только региона, но и России в целом. И ребята должны понимать, как грамотно создать свой бизнес, как предусмотреть риски, как наметить меры по устойчивому развитию, как заниматься маркетингом и маркетинговый план составлять, бизнес-план и планировать бизнес-процессы для успешного бизнеса, для индивидуального предпринимательства, а может быть потом и перерождение в более крупные компании. Региональный этап чемпионата направлен на то, чтобы повысить актуальность рабочих профессий, а также качество стандартов переподготовки. Это позволяет региону включиться в общероссийский процесс формирования системы подготовки рабочих кадров в соответствии с международными стандартами качества, считает губернатор Тверской области Игорь Рудени. О подробностях конкурса, а также о его сложностях и тонкостях расскажут нашему телеканалу в эксклюзивном интервью участницы регионального чемпионата уже в этот четверг. Тверская область, вперед!